Я один собственник здесь. Они все муниципальные. А мы муниципальное жилье. Их расселили вот. Куда нас временно, расселили? Как бы. Вот она с сыном живет, им отдельную квартиру дали, их в медпункт поселили. Какой же отдельная квартира, ага, если чужая она? Чужая, на 4 месяца договор. Квартира. Значит, была бы она пустая. Она может в любое время приехать и им скажет, идите отсюда, вам не жить негде. Ее вещи, она просто квартиры снимает. Вот и куда, вот она пенсионерка, ей 70 лет, куда она пойдет? А дом когда стал рушиться? Да уже два года назад рушится он. А сколько лет ему в целом? Он самый молодой, говорят, из всех вот этих. Я уже 36-й год живу, она такая, вот после самой... В 34-м году, наверное, вот этот дом строили. И вот мне тоже приезжают и Яничкин, и Аралбаев, все обещают хотя бы сыну дать общежитие в Гае. Обещают уже полгода. Больше. Дадим, 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 дадим. Последний раз приезжал Яничкин. Я вот буду, я вот такой человек, я никогда не обманываю. Все, уехали, забыли. Ну, вы понимаете, мне, я пенсионерка, я живу 40-летним сыном в одной комнате. В одной комнате. Газа нету, привезли электрические плиты, бросили, поставили, как хотите, так и готовьте, она положена ей 360 вольт, подключайте, а света мотает сколько, я пенсии 7 тысяч получаю, я должна платить за это, же вообще совести у них нет, они вообще ни за что не думают, нас выкинули на улицу, вот, на 4 месяца, у нас даже бумаги есть, что они нам дали, мы подписали, на 4 месяца нас выселяют, чтобы сделать ремонт. А мне вообще ничего не дали. Нам дали. Вообще. И я, ладно, я на это согласилась. Я вообще не хотела уходить. Они приехали, подрезали нам. Мы бы так и жили в своем этом доме. Все отключили. Ни света, ни газа. Вот ничего нет. Все. Их вот выселили одним днем все. Когда в июле? С начала августа. В начале августа. Сразу. Мы бы жили в своих этих квартирах. Пусть бы они рушились, мы бы жили. Так бы зиму и прожили мы. Но нам приехали, отрезали и газ, и свет. Сначала. Они нас вынужденно выкинули. Ну а вот жить. Подождите, Ирина, они говорят, что дом не признан аварийным. Не признан. Да. Как можно жить в таком доме? Людей расселили экстренно. Экстренно? То, что дом непригоден для жилья. Но он не признан аварийным. Это как?